В Ульяновской области появится второй виртуальный концертный зал. Музыкальное приобретение сделает Димитровградский музыкальный колледж. Это стало возможным после успеха в федеральном конкурсном отборе. Заведение выделит почти 1 000 000 рублей. Благодаря новому залу слушатели познакомятся с творчеством отечественных и зарубежных музыкантов. Меломаны смогут виртуально присутствовать на концертах Московской филармонии. Чистый прямой сигнал будет также идти из столичного зала имени Чайковского. Все трансляции обещают сделать бесплатными. Это оперное искусство. Это хореография, это театральное искусство. Поэтому знакомиться с лучшими образцами, находясь далеко от Москвы, это, конечно, большая удача и большое счастье. И я думаю, что наши студенты, а также наши выпускники и жители города с удовольствием будут приходить в наш концертный зал. Первое виртуальное помещение в регионе появилось 4 года назад. Его оборудовали в кинозале Ленинского мемориала. 2 раза в месяц здесь проходит онлайн-трансляция, либо демонстрируются записи из видеоархива Московской филармонии. На данный момент меломаны наблюдают за перипетиями 16-го международного конкурса имени Чайковского. Репертуар огромный, мы можем выбирать. Но вот чтобы трансляция прослушивания конкурса Петра Ильича Чайковского, это впервые. И это замечательное начинание, потому что на этих конкурсах выступают лучшие молодые силы не только России, но и мира. Напомним, год назад президент России Владимир Путин издал майский суперуказ. В нем поставлена задача за 6 лет создать виртуальные концертные залы как минимум в 500 российских городах. Поручение исполняется в рамках нацпроекта «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры». Активное участие в нем принимает Ульяновский регион.